Новые данные о действиях российской авиагруппировки в Сирии. Летчики ликвидировали крупный центр подготовки террористов-смертников. Как сообщили сегодня на брифинге в Минобороны, бомбардировщик Су-24М нанес удар по зданию, в котором располагалась тренировочная база. По данным разведки, в нем иностранные инструкторы готовили боевиков ИГИЛ к ведению диверсионной войны в освобожденных сирийской армией районах, а также террористов-смертников. Помимо преподавания именно взрывного дела, террористов обучали легализации среди мирного населения и беженцев. Также в здании располагалась мастерская по изготовлению самодельных взрывных устройств. В результате прямого попадания авиабомбы строение полностью разрушено. За сутки российские военные самолеты нанесли удары по еще 49 объектам инфраструктуры ИГИЛ. На брифинге в военном ведомстве продемонстрировали видеокадры точечных ударов. Склад боеприпасов с помощью воздушной и космической разведки обнаружили в горной местности в провинции Латакия. Бункер был хорошо замаскирован. В район вылетели два Су-24. Они поразили цель специальной авиабомбы, способной пробивать бетонное укрытие толщиной в несколько метров. В результате склад со всем содержимым уничтожен. Ну и кадры из другого района. В провинции Идлиб самолет Су-34 поразили командный пункт террористов, откуда те координировали действия боевиков. Видно, как сброшенная бомба попадает точно в цель.